Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим мясо птицы в соевом соусе с овощами. Для приготовления нам потребуется 500 грамм филе бедра индейки или курицы, небольшой сладкий болгарский перец в очищенном виде 80 грамм, небольшая морковь весом 50 грамм, 80 миллилитров соевого соуса, 120 миллилитров воды, подсолнечное масло, соль, молотый имбирь, смесь перцев. В чашу мультиварки наливаем 3 столовые ложки масла. Выбираем меню, режим жарко. Вид продукта курица. Закрываем крышку. При закрытой крышке масло нагреется быстрее. Ждем 2 минуты. Итак, масло нагрелось. Отправляем обжариваться некрупно порезанную курицу. Через 5 минут мясо посветлело. Добавляем перец, морковь, соевый соус. Пока режим жарко включен. Воду. То есть добавляем все сразу оставшееся. Пол чайной ложки имбиря. При желании имбирь можно заменить на чеснок. Пол чайной ложки смеси перцев. Чайную ложку соли. Все хорошо перемешиваем. Соль, специи, соус. Все должно распределиться равномерно. Отключаем режим жарко. Закрываем крышку мультиварки. Курица и индейка готовятся достаточно быстро. Буду готовить на ручном режиме 35 минут при температуре 130 градусов. Можно готовить на режиме выпечка тоже 35 минут. Время истекло. Вот такое мясо с очень вкусной подливой получилось. Такое мясо отлично сочетается с макаронами. У меня сегодня лапша, я ее выложила в виде гнезд, а сверху выложила кусочки мяса с соусом и посыпала свежей зеленью. Быстро, просто и очень вкусно. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!